І з радістю представляю вам гостей нашої вітальні. Сьогодні у нас в гостях Оксана Гавриш, автор дитячої книги «Хрестоматія для маленьких і дуже маленьких діток», Владислава Миколюк, керівник біржі благодійності «Добродій», та Дмитро Ткаченко, керівник соціального проєкту «Щаслива сім'я». Доброго всім дня. Здравствуйте. Хотілося б трошки дізнатися про проєкт «Щаслива сім'я», тому що про біржу «Добродій» ми вже трохи знаємо, представники вашої організації в нас вже бували, а ось про «Щасливу сім'ю» проєкт цей ми не знаємо майже нічого. Розкажіть, будь ласка, як давно ви вже стартували і чим займаєтеся? Хто почне? Дмитро, давайте я розкажу. Ми, ідея створення родилась в кінці минулого року, і фізично ми вже були представлені офіційно 22 февраля этого года. Вот с этого момента мы стараемся сделать, напомнить, возобновить традиции семейные, где-то чему-то научить. Благодаря нескольким мероприятиям, изданной книге и школы «Счастливой семьи», которую мы в мае уже запустили, мы стараемся это все делать для наших горожан. І ось ви кажете, що є вже школа, а ще які заходи ви робите для того, щоб все ж таки популяризувати, да, ось ці постулати, про які ви говорите? Так, да, ми, наша ціль – зробити сім'ю єдиним цілим. Нинішнє час, воно не зовсім способствує цьому, тому благодаря всім нашим інструментам, в тому числі і книги, ми стараємося сплотити сім'ю. Книга – это для совместного чтения. Наши культурные мероприятия, они проводились, опять же, совместно с детьми. Все занятия, которые проходят в нашей школе, они тоже проходят совместно родители с детьми. Сегодня мы акцентуем увагу на книге, да? Книга, яка називається «Хрестоматія для маленьких, дуже маленьких діток». Автор цієї книги сьогодні знаходиться в нас у гостях. Є попередник книги Данової. Розказуйте нам тепер більш детально, що це за книга, чому прийшла ідея звернути увагу саме на цю книгу і для чого? Спасибо большое, Тань. На самом деле, книги, о которой мы сегодня говорим, более 30 лет, это книга из детства, в которой собраны все самое лучшее, ценное, светлая классика детской литературы, на которой воспитывались мы. И то, что нам было привито, базовые ценности любви, доброты, заботы, сопереживания, то, что вот, ну, необходимо для того, чтобы быть счастливым человеком. Сначала ребенком, потом человеком, да, уже взрослой личностью. И когда я выросла и стала возможность идею воплотить в жизни, у нас появилась ее новая, ее сестричка, да, которая на сегодняшний день... Она в новом переплете, с новыми картинками, она вычитана психологами, одобрена детскими на предмет того, что действительно те произведения, а их тут более 700 произведений, собранные на более чем 400 страницах, они действительно несут все самое светлое, в чем очень сильно нуждаемся мы в сегодняшней жизни, наши дети. Вот, и поэтому эта книга в новом своем, в новой жизни, она есть уже и сейчас. Но мне бы хотелось бы сказать о том, что действительно она получилась такой замечательной, такой интересной, что на нее обратили внимание люди, которые понимают, да, в детских книгах, в воспитании. И поэтому мы начали сотрудничать с замечательным благотворительным фондом. Вот, ну, наверное, больше сейчас об этом расскажет Влада. Угу. Вы звернули первую увагу на эту книгу? Вы побачили? Где вы ее побачили? Я не могла не обратить внимание на эту прекрасную книгу, потому что Дмитрий и Оксана пришли к нам в гости и принесли эту книгу, хотя я знаю, что она очень дорогостоящая. И они принесли ее и сказали: вот 25 книг, мы знаем, что у тебя большие, ну, у тебя много переселенцев нуждающихся, которые каждый день приходят. Вот просто раздай тем, в чьих семьях будут читать эту книгу. Для нас только это важно. И меня это покорило, ну, до глубины души, что издатели, которые хотят, как и любые нормальные люди, зарабатывать на этом. Но они пришли и сказали: вот 25 книг, мы хотим, чтобы они попали в те семьи, где их будут читать. Потому что мы очень хорошо понимаем, что вот эта инвестиция сейчас, это инвестиция в то будущее, в котором мы будем находиться завтра. И эти дети, в том числе из зоны АТО.
И если они сейчас не прочитают правильные книги, то может произойти такое, что мы потом не разрулим это ни президентом, ни страной, ни обществом. Это чуть ли не самая важная инвестиция сейчас в будущее. Это то общество, в котором нам жить. А время спустя к нам обратились руководство детских садов города Рубежного. Это город, который завис между небом и землей, он находится в 30 километрах от зоны активных боевых действий города Луганского. Это еще украинская территория. Но из-за количества переселенцев, сейчас оно около 8 тысяч людей, и из них 1500 – это детей. Сложилась сложнейшая гуманитарная ситуация. В школах, в учебных заведениях не хватает даже элементарных методических материалов для того, чтобы вести нормальный образовательный процесс. Они обратились к нам, потому что увидели... До вас вернулась, потому что... Они увидели о том, что мы другим переселенцам вот вручали такие книги и семьи. И они сказали, если есть такая возможность, то помогите и нам. Потому что мы таким образом организуем. Вы выручаете здесь в одну семью, а мы, вот так вот группа детсадовская, мы одной воспитательнице вручим, и она будет, целая группа, там может состоять из 25, из 30 человек, из 40, потому что из-за перенаселения. Так, будет читать одна воспитательница, читать целой группе эту книгу. Изо дня в день, сказки снова. Как вы решили выходить из этой ситуации? Да мы решили немедленно же открыть проект. Проект на нашей бирже 248 DPA, очень простой сайт. Цель этого проекта – собрать 20 тысяч гривен. Почему? Потому что издатели предложили, то есть они сказали, что максимально, просто чтобы себестоимость оплатить бумагу, печать, себестоимость оплатить этой бумаги, нужно на приобретение 80 книг 20 тысяч гривен. И после того, как мы соберем последнюю гривну, мы закупаем эти книги и сразу же везем их непосредственно в город Рубежный и вручаем детским садам, а на нашем сайте и везде будет фотоотчет, дети, как они получили, акты приема передач, то есть вся подтверждающая документация официальная. Так, тобто це окрема сторінка, де ви розповідаєте про цей проєкт, показуєте цю книгу і всім миром знову збираємо гроші на ось цю книгу, для того, щоб закупити 80, ви сказали, книжок, на Рубіжне. Ага, тобто для глядачів звернення, ви можете 248.dp.ua. Тобто це сайт, на якому можна знайти більш широку інформацію, власне, і про книгу, і про цю акцію, як це відбувається. І кожен може внести будь-яку суму, там не йде. Навіть гривню, навіть 50 копійок буває нам вносять люди. Угу. Ну вже звернення є, які відгуки, щось говорять люди? Ви читали? Да, конечно, безусловно. Безусловно. Сейчас идет активный репост. Люди делятся информацией друг с другом. И мы даже, между прочим, предлагаем, бывают такие ситуации, когда у человека нету ни копейки, такие бывают ситуации. Мы говорим этим людям, что вы нам можете помочь репостом этой информации. Расскажите об этом проекте тем, у кого есть такая возможность. Но в крайнем случае, если у вас нет ни интернета, ни денег, ни друзей, то просто принесите нам на биржу благотворительности свою детскую книгу. Потому что мы помимо этих детских книг собираем еще детские книги в хорошем состоянии. Например, вот такие вот. Здесь содержание прекрасно. Может быть, чуть-чуть. Хотя мы бы, если бы нам такую принесли, мы бы сразу бы привели бы в порядок. Принесите нам свои детские книги, мы их вместе с этими книгами тоже отведем в Рубежное. У нас залишається зовсім небагато часу, всього лише 2 хвилинки. Є можливість звернутися до телеглядачів. Ось ви як автор, Оксана, що хочете сказати стосовно того, що взагалі, в чому цінність книг? Уважаемые телезрители, я на самом деле очень искренне хочу обратиться к вам с мыслью о том, чтобы мы не забывали, что очень важно читать своим детям книги. Хорошие книги, правильные, добрые книги, чтобы это откладывалось в душах ваших детей, для того, чтобы они вырастали зрелыми, счастливыми личностями. То, что мы сегодня учредили проект «Помочь детям, которые
нуждается в нашей помощи. Я призываю всех вас, чтобы тех телезрителей, у кого в сердце откликнулась наша идея, призываю присоединиться к нам и помочь сбором средств для того, чтобы мы передали замечательные книги зарубежные для наших детей. Чи я у вас сейчас дополню? Я бы хотел добавить, да. Пусть каждый задумается над тем, насколько важно читать деткам книги и насколько это зерно необходимо посеять сейчас, в очень сложное время, когда не всем есть возможность читать хоть какие-то книги. Мы со своей стороны стараемся максимально распространить и донести эту информацию до любого человека, кому это близко. Мы будем рады, как Влада сказала, любой копейке. И надеюсь, все-таки детки получат эту замечательную книгу в своих садах. Владислава, ну, завершуючи інформацію, напевно, координати. Скажіть ще, буде в нас телефон, да, на екрані? Так, да, крім сайту 248.dp.ua, хотілося б сказати адрес вулиця Бригадная, 11, це район Нагорного ринку. Це туди ви можете принести свої книги. Все, на цьому завершуємо нашу розмову. Маю надію, що інформація дійшла не тільки до вух розумів та сердець наших телеглядачів, і якомога більше людей звернеться з допомогою до вас. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Спасибо вам. Да, спасибо, що пригласили. Продовжимо нашу програму. Після сюжету зустрінемося на майстер-майданчику.